Доброе утро, Пермь! С вами телеканал РБК и я, Александр Исыпов. Сегодня мы приготовим рисовую кашу с пряными апельсинами. Начнем? Сперва разогреем немного молока. Рис я отварил заранее. Рис на кашу я использую круглозерный, потому что в каше он намного вкуснее. Добавляем по вкусу сахар обязательно. Я вот люблю послаще. Обязательно немножко соли. Соль и сахар лучшие друзья. И немножко сливок, чтобы наша каша была погуще. Пока греется молоко, подготовим апельсин. Нам потребуется примерно половина апельсина. Апельсин режем дольками, отделяем от кожи и режем пополам еще. Добавляем закипевшее молоко, наш рис. Все, пока поварим рис, добавим немного сливочного масла прямо в кашу. И можно добавить щепотку корицы, чтобы усилить вкус. Сейчас займемся нашими апельсинами. Также добавим немного сливочного масла. Буквально чайная ложка сахара. Добавляем наши апельсины. Пол палочки корицы. Бадьян. Подождем, чтобы сахар немного карамелизовался. Сейчас пряности дадут ему вкуса. Вся лишняя влага испарится и останется только сироп. Апельсины из-за сахара дадут сок. И все наши вкусы подружатся. Апельсиновой цедры, свежая мятка, чуть-чуть корицы, можно посыпать прямо на апельсины, бумаги, вуаля, наша каша готова, приятного аппетита!